Action! Action! Hi, Jenny. Georg. Hi, Sandy. Hi. Wollt ihr mir ein bisschen was über euch erzählen? Wer seid ihr? Привет, меня зовут Сэнди. И мы тут находимся в хип-хоп-центре в Карлсруэ. И это площадь, где мы занимаемся. Как Сэнди, в принципе, уже сказала, это наше место, где мы тренируемся. Это центр хип-хопа, и я занимаюсь брейк-дансом. Как сейчас изменились из-за короны обстоятельства вашей тренировки? Ну, для нас очень сильно изменилось, что мы должны были тренироваться на улице, и это привело к тому, что ты не все смог тренировать так, как оно есть, то есть надо было быть очень спонтанным и решать, что делать. То, что я еще хотела спросить, как, в каком контакте вы с Краснодаром и как это изменилось во время короны? Были ли изменения? Контакт с Краснодаром. У нас связи из-за танцовщиц и из-за спрееров, то есть мы в хорошем контакте с Краснодаром, они к нам приезжают, мы туда уже приезжали. Мы передаем большой привет Кастет, танцовщице, и Гузу, и то, что еще Сэнди повторила, ну или тоже сказала, это то, что в эти выходные должен был состояться на самом деле ивент маленький, то есть встреча, и на эту встречу были приглашены две танцовщицы, но из-за короны, к сожалению, не могло состояться. Меня зовут Мигера, я из Карлсруэ, и сегодня я здесь выступаю и занимаюсь рэпом и хип-хопом прямо в середине города Карлсруэ. Мой второй вопрос, меня интересует, как для тебя была корона? Были ли, может быть, преимущества во время короны или только недостоинства? Это очень отличный вопрос. Конечно, заметно, что пандемия и корона не проходит мимо людей, но мы пытаемся делать из этого самого лучшего, и люди в нашем городе Карлсруэ пытаются очень хорошо обращаться с этой ситуацией, очень много респектом обращаются с этим. Ну, и вот так вот. Конечно, я, как артист, как эпоша, я чувствую, мои коллеги также, что выступать стало более тяжело, вернее, менее легче, потому что надо, конечно, иметь это расстояние, это не так легко. Но, с другой стороны, мы, как город Карлсруэ, мы очень хорошие новые возможности придаем, как, допустим, вот наш мобильный автобусик, на котором я сегодня буду сейчас позже выступать и рэповать. И вот это вот такая классная вещь, мы вот пытаемся дать это городу Карлсруэ, чтобы люди никак надежду не потеряли, и чтобы людям до сих пор принесло удовольствие, чтобы у них надежда была. Мы пытаемся делать, правда, из этой ситуации все самое лучшее. Big moves, Карлсруэ, what's good? Ich befind mich mittendrin, mittendrin im Mittelpunkt. Meine Rhymes stehen ohne Komma und Punkt. Das ist Funk wie Feuer mit Dynamit. Vergiss die Regeln einfach aus Prinzip. Immer besser, immer schneller. Es wird immer besser und immer schneller. Gib kein Besseres ohne Wenn und Aber. Halt dich fest, denn es wird groß. Aber höre niemals.
niemand kann dir dein Glauben klauen. Bau dein Traum und leb ihn aus, genau wie du willst, immer voraus. Höre niemals auf, an dich zu glauben, denn niemand kann dir dein Glauben klauen. Ja, herzlich willkommen bei Respect My City, My Place, Karlsruhe. Здравствуйте и добро пожаловать в Карлсруэ. Мы из проекта Respect My City, My Place. И как вы можете уже за нами увидеть, здесь очень классные проекты, очень крутые акции. Пацаны играют в баскетбол, езжают на скейтборды. И наша миссия, чтобы поставить позитивные импульсы, особенно для молодых людей. Как дела? Es ist besonders wichtig in dieser schwierigen Zeit. Как дела? Особенно в это время важно, чтобы мы нашим ребятам, нашему народу давали очень позитивный, приятный импульс. Ich befinde mich mittendrin. Und es macht jetzt alles Sinn. Ich befinde mich. Schöne Grüße nach Krasnodar. Передаю большой привет в Краснодар. Hey, ganz liebe Grüße an Kastet und Jerry und Goose in Krasnodar. До встречи! Краснодар, до встречи!